Основные силы сейчас брошены на завершение кровли и возведение перегородок внутри здания. Их должны доделать до конца месяца. Первый слой крыши строители обещают завершить к 5 августа, а полностью к 15. В выходной день контролирует процесс первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Александр Доманов и глава Ивантеевки Елена Ковалева. Наша главная задача – это правильно и грамотно закрыть и закончить этот контракт, потому что это федеральные средства. Тут очень важно подчеркнуть, что наша школа единственная в Московской области на этот год и на целый ряд предыдущих годов, которая строится не только по областным средствам, но и по федеральным деньгам. В данный момент на стройку выведено 140 человек. Во вторник к ним присоединятся 200, а через неделю еще 150. Активно ведутся работы на фасаде. Он должен быть завершен к 5 октября. Окна будут доделаны до конца августа. По электроснабжению контракт заключен, отчитываются строители. Вся проводка должна быть сделана до конца октября. Канализация готова на 80%. Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья уточняет, как обстоят дела с технологическим оснащением школы. Все оборудование должно быть полностью закуплено к концу декабря, подчеркивают представители администрации. Александр Доманов видит необходимость в увеличении в процесс стройки и директора будущей школы. Формируется педагогический коллектив образовательного учреждения. Сейчас на директора уже будут возложены задачи многие, потому что, в частности, вопрос согласования технологического оборудования. Набор коллектива у нас осуществляется. Мы примерно четверть персонала уже имеем понимание, кто будет в этом педагогическом коллективе. Набираем педагогов опытных, поэтому можно не сомневаться, школа будет отвечать самым-самым современным требованиям. Администрация города внимательно оценивает все нюансы будущего образовательного процесса, в том числе подходы к школе и благоустройство в целом. Оформление прилегающей территории должно начаться в середине августа.